что за деревушки? Лампочка горит у тебя. Да? Ага, спасибо. Всем привет! Зашла к соседке в магазин. Как торговля твоя? Ничего, идет. Купила у нее такие вещи. Такие цветочки у нее, девочки, красивые. Кому надо подарить. У меня с каких пор стоит букет, у нее брали. Очень красивые. Почем букетики? Они 3500 отдали. 3500 будет стоять и долго-долго вас радовать. Детские вещи у нее самые дешевые. На любой возраст. Тут такие букетики она перевернула, наверное, чтобы они не запылились, да? Да, да. Смотрите, какая красота. Я дочке тоже брала у нее. Носочки, чулочки тоже есть. И любые детские вещи есть, девочки, на любой возраст. Бюджетные и такие, и всякие, какие хотите. Шапочки. Это на новорожденных, да? Да, да, на выписку. На выписку есть, девочки, все, что хотите. Вот такие носочки пинеточки тоже есть, маленькие. Вот конверты красивые. И конверты есть. Конверты? Сейчас покажу вам конверты. Так что забегайте, заходите. Вот конверт какой красивый. А разные цвета, да? Да. Вот так вот. Магазин у нее небольшой, поэтому она цены ставит по бюджету, по карману. Так что приходите, девочки. Вот так вот. Вот на девочек. Какая красота. А это что? Курточки такие, да? Да. Ой, какие красивые. Смотрите на девочку, какая курточка красивая. Девочки, она в какой цене? Ладошка 550. Платьюшко какое красивое. Платьюшки есть разные, разные. Комбезы да, всякие. Именно такой не найдешь, наверное. Вот такой сарафанчик, смотрите, какой красивый. Была бы у меня внучечка, купила бы. Вот платьюшко какое красивое. До этого еще не дошли, подожди, еще меня это ждет. Девочки, заходите в магазин. Первый, второй, третье ворота здесь. Второй магазинчик. Хочу посадить дерево. Купила хурму сегодня. Это хочу убрать. Отсюда выпилю я его. Это слива, плохая слива на ней. Короче, сюда я посажу хурму. Сейчас выкопаю. Купила дерево, ветку. 500 рублей. Трава, смотрите, какая зеленая в огороде. Еще купила гранат в галошах. Пойду сейчас веревушки принесу. Муж там тоже что-то лазит, но ему пока нельзя копать. Пойду принесу деревушки. Посажу. Вот такое деревушка. Вот такой корень у нее.
еще чуть-чуть надо покопать. И мы сейчас пришел Саидик мне помогать. На, Саидик. Он меня будет снимать. А мы с Саидиком будем сажать деревушки. Поздоровался, Саидик. Всем привет, ребята. Земля сырая. Трудно копать, да? И твердая. Мужу копать нельзя, а мне это ямы копать все равно тяжело. Да, Саид? Угу. Примерим. Так. Еще чуть-чуть, да, Саидик? Подходит? Даже не знаю. А потом подойдет, наверное. Больше копать не надо. Саидик подержал ветку. Так мы его закопали. Это у нас будет хурма. Позже он сказал ее замотать в этом году, первый год. А потом я не буду заматывать, пусть он привыкает к погоде. А что, разве осень будет расти? Нет, она не будет расти. Корень укрепится, наверное, у нее и все. Весной начнет расти. Вот наш инжир. Ой, не инжир. Граната. Такая веточка граната. Надо будет два мухи. Смородина, да? Ох, какая сырая, тяжелая земля. Так вот. Близко слишком подошел. Близко. Но если отдалюсь, это будет видно. Деревце же маленькое, зачем так много копаешь? Ну, не знаю, надо посмотреть. Не такое оно и маленькое. А где наше деревце? Вот наше деревце. Ты на нее наступила? Удобно тебе? Ну, случайно, я думала, ну, что это. Вот так, хватит. Ну, бля. А вот это что? Ну, корень. Держи. Тебе помочь закопать? Нет. Вон. Так. Ну, подойди подальше. Полили нашу дерево. Сейчас насыпем сюда наверх перегной немножко, чтобы тепло держалось. Это навоз перегнивший.
бабуле сюда тоже воды. А? Говорю, бабуле сюда тоже воды залила. Все, до весны больше не будем поливать. Сказали, один раз хватает. Ой! Таракан. Жук какой-то. Жук-навозник. Жук-навозник. Я думал, жук-навозник. Навоз несет. Покажу, что купила сегодня на базаре. Фейхоа 2 килограмма. По 100 рублей килограмм. 4 лимона, 2 апельсина. Это сюда молоть. Мыло хозяйственное. Не помню почем. Эти пакетики для мусора. Я стираю тряпки кухонные. 200 рублей 4 таких кухонных тряпочек. 250 вот эти полотенчики, посуду вытирать. Это сетка. Эти разовые, эти по 95 рублей. Крышки, упаковка. Такие контейнеры под фейхоа 210 рублей. Тут, по-моему, 3 штуки. И салфетки кухонные. Эти по 85. А эти не помню почем. Такие маленькие покупочки. Два дерева купила. Гранатовое одно. И хурма дерево мы уже посадили. Вот так. Приготовили рулет тыквенный. Но я не снимала. Времени не было, пока деревья посадили. Пока туда-сюда. В другой раз сниму рецепт. Тут тыква, фарш, приправы. Этот пока оставлю здесь. Может, кто в гости придет. Какой букву? Сверху топленым маслом помажем. По желанию аджика здесь. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает. Вот фейхоа, который сегодня купила, я его помыла, стекает. Два лимона, два апельсина. Кипятком залила я их, чтобы чуть-чуть горечь ушла с них. Сейчас все буду нарезать и пропускать через мясорубку. И у нас будет свежее варенье, без варки. За фейхоа говорить, я думаю, не надо. Это очень полезный фрукт. Но самое высокое, что в нем содержится, это йод, друзья. Это хорошо у кого щитовидка. Вообще он очень хорошо повышает, говорят, иммунитет. И вообще это очень вкусно тоже. Мы поели, помыли посуду. Все разбежались, я тут одна. Я же говорила, днем снимать у меня не очень, не всегда получается. Завтра мне на работу. Вот сейчас я буду заниматься фейхоа. Будем убирать попки с обеих сторон. И готовить фейхоа, чтобы пропустить через мясорубку. Разрезаем на 2, на 4 части.
Большие на 4, маленькие на 2. Аромат такой, друзья. Очень вкусно пахнет. Нарезала фейхоа. Сейчас порежу наши апельсины. Тоже отрежу концы от апельсина. Если есть косточки, косточки уберем. Апельсинчики нарезала произвольно такими кусками. Теперь буду нарезать наш лимон. Тоже убираем с двух сторон попки и концы. Если будут семечки, отсюда тоже семечки будем убирать. Здесь, по-моему, семечки есть. У меня здесь 2 килограмма фейхоа, 2 лимона и 2 апельсина. Все я подготовила. Вот фейхоа 2 килограмма, 2 апельсина, 2 лимона и пол-литровая баночка меда. Посмотрю, сколько добавлю. Сейчас поставила мясорубку. Вот пропустила все через мясорубку. Апельсин, лимон, фейхоа. Через такую шуметь вам не стало. Вот наш мед. Сейчас буду все перемешивать. И в баночки, в посуду, какая есть у кого. Добавлю мед по вкусу. Взяла я чашку побольше. Отправляем сюда фейхоа наш. Отправляем лимончик наш. 2 лимона. Перемешиваем хорошенько. Отправляем наши апельсины, 2 штуки. Тоже перемешиваем. Такая витаминная бомба у нас получается, друзья. Сейчас попробую на вкус. Кисленькая. Сейчас добавлю половину меда. Может, и все добавлю. Перемешиваем с медом. Я, наверное, все добавлю. Вкусно. Добавила 2 вот таких стакана чайных сахара. 200 грамм, наверное, здесь. Видно там? Сейчас я помою мясорубку. Все, она пускай стоит. Буду перемешивать, подходить. Прошел часик, друзья. Больше оставлять не буду. Время позднее уже. Вот такие контейнеры у меня. Ну, все, что есть свободное, все пойдет в ход. Такая крышечка у них. Вот так. Сейчас все, что есть, наберу. Потом вам покажу. Друзья мои, вот итог моей работы.
Я контейнеры убрала, что-то мне не этот, не захотелось. Баночек хватило у меня. Думаю, в баночках будет удобнее. Убрала контейнеры, вот такие баночки, я их налила. У меня здесь, наверное, где-то 2 литра, может, чуть больше получилось варенье. Вот такая витаминная бомбочка у нас получилась. Вдобавок еще очень вкусная она. Готовьте, друзья, если вы такое не готовили. На этом я с вами буду прощаться. Всем желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во всем. Мирного неба вам над головой, друзья. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, спокойной ночи. До следующих встреч, друзья!